Привет, это Ретрейлер. У нас на обзоре кран, смеситель и душевая лейка. То есть универсальное средство, 3 в одном. Посмотрим, как это работает, из чего сделано. Ну, во-первых, смеситель у нас оборудован съемной кассетой с керамическим уплотнением, что позволит этому смесителю проработать долго. Здесь у нас есть микропереключатель, к которому мы можем подключить питание на насос. Вот у нас посадочная сторона, шпилька и монтажный комплект для установки смесителя под столешницу различной толщины. Нейлоновые шланги для подключения горячей и холодной воды. Здесь на 10-12 мм диаметре подключения ПВХ шланга. Ну и самое интересное, лейка. Когда нужно, это у нас просто кран-смеситель, под которым мы можем помыть руки. Когда нам нужно принять душ, мы берем за лейку и вот так вынимаем ее. И длина шланга нейлонового 1,5 метра, что нам с запасом хватает принять комфортно душ. Когда мы душ приняли, лейка также убирается обратно в свое посадочное отверстие. Это самый доступный универсальный кран-смеситель и душ, который можно найти. У нас здесь всегда есть наличие. Посмотрим с разных ракурсов. Сам рычаг ходит плавно, без лишних шумов. Все очень красиво, удобно. Ну и сам он выглядит достаточно красиво и приятно. Будет долго радовать наш глаз. В заключение можно сказать, что всем, кто хочет организовать у себя полноценный душ в автодоме или караване, этот универсальный смеситель с душевой лейкой будет отличным решением в выполнении поставленных задач. Спасибо за внимание!